Округ присоединился к областной акции «Покорми птиц». Во второй раз жителям Подмосковья предлагают позаботиться о пернатых, смастерить кормушки и наполнить их угощениями. В Люберцах первая птичья столовая открылась в парке «Наташинские пруды». Еще пару месяцев зимы, и могут быть и морозы, и снегопады, поэтому птичек надо кормить, подкармливать. Несогласных с этим нет. Это люберчане доказали еще в прошлом году. По итогам первой акции «Покорми птиц» округ попал в число самых активных опекунов пернатых. Тогда местные жители смастерили и развесили 500 кормушек. Теперь пришло время бить рекорды. В этом году мы надеемся привлечь большее количество неравнодушных жителей и таким образом помочь перезимовать нашим пернатым друзьям. Мы проводим интересные лекции, познавательные, то, как должна быть сделана кормушка, и самое главное, чем кормить наших птиц в зимний период. В качестве угощения для птиц участники акции выбрали семена подсолнечника и пшено. Такое меню придется по вкусу большинству пернатых. Вероника Тарасевич приспособила под птичью столовую старую коробку. Школьница планирует наведываться в парк с кормом как можно чаще. Птичкам зимой холодно, им тоже нужен корм, как и люди всегда едят, так и птичкам нужна еда. А зимой им очень трудно добыть для себя еду, поэтому мы делаем им кормушки, насыпаем туда корм, чтобы зимой птички ели. Самое время для фото на память. Организаторы акции предлагают рассказать о своем добром деле в интернете. Для этого нужно сделать снимок с самодельной кормушкой и разместить ее в соцсетях с хэштегом «Покорми птиц» или «Зима в Подмосковье». Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.